Доброго ранку, господа мы. Сегодня наш герой заниматься координацией. За основу возьмем поток 16 нот с паузами. И выделим из этого три основных рисунка, над которыми будем работать. Каждый вариант — это последовательность из трех ударов. Разница лишь в том, как они расположены относительно метронома, поэтому заниматься все так и стоит под клик, дабы не потерять раз. После того, как получилось сыграть правой и левой рукой эти рисунки, а вы как? Давайте сделаем это хладнокровно. В одной руке будем играть остинату. Рисунок другой руки будет меняться. Добавим немного экшена. С Игорем ногами четверти начинаю с правой. Все те же процедуры надо проделать зеркально, играя остинату левой рукой. Конец света.